Всем привет, с вами 5 Димас, и сегодня я вам расскажу о таком моде, как Animals Bikes. Это очень интересный мод, который позволит вам кататься на любом из животных. Вы когда-нибудь об этом мечтали? Давайте я вам покажу, как скрафтить хоть одно из этих приспособлений. Так, нам понадобится одно седло, ставим его в середину, и яйцо. Сейчас мы скрафтим катание на курочке, так сказать. Так, вот получается Bunny Bike. Берем и хватаем седло. Так, спавним. Ё-моё, это же не курочка, это какой-то Bugs Bunny. Нет, ну чё, прикольно. Берем седло и садимся. И смотрите, мы можем бегать на этом кролике, мы можем им управлять. Смотрите, можем прыгать. И даже, блин, это же прикольный мод. У нас появится собственный скакун, которого мы можем приручить, поскакать на нем. Например, смотрите, он даже головой двигает туда, куда мы смотрим. Мы завладели его разумом. Ха-ха. Ладно, это интересный мод. Побежали туда. Да, это интересный мод. Ссылку на него я скину в описании. Да, вот как выглядит этот кролик. Прикольный. Ну ладно, да. Чтобы спрыгнуть, просто нажимаем на другой седло. Так, все. Ну что ж, мне больше нечего сказать. Всем пока. С вами был 5 Димас. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки.